дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Директор кировской строительной компании, потративший деньги дольщиков, предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба МВД по Кировской области, застройщик собрал с покупателей квартир в будущем объекте в общей сложности 283 миллиона рублей. Однако на строительство дома направил лишь 157 миллионов. Остальные деньги были истрачены на другие цели. Следователи установили, что на фирме фактически велась двойная бухгалтерия, а строительные работы выполняли частные лица без оформления договоров. Название фирмы застройщика в сообщении не упоминается. Известно лишь, что дом должны были сдать во втором квартале 2015 года. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дайджест недвижимости. Ипотечникам, оказавшимся в нестандартной ситуации, поможет специальная комиссия. Она будет решать наиболее сложные проблемы ипотечных заемщиков, требующие индивидуального подхода, сообщил глава Минстроя Михаил Мень. В состав комиссии, помимо представителей Министерства строительства, войдут чиновники из Минфина, Центробанка, Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты, а также уполномоченные по правам человека. Ранее в России снова начала действовать программа помощи ипотечным заемщикам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Власти предполагают, что выделенная на работу программы сумма в 2 миллиарда рублей поможет в реструктуризации порядка 1300 кредитов, как в рублях, так и в валюте. Для участия гражданина в программе необходимо, чтобы его платеж банку увеличился на 30 и более процентов с момента заключения ипотечного договора. Помощь от государства составит до трети остатка от суммы кредита, но не более 1,5 миллиона рублей. В особых случаях, которыми новая комиссия и займется, объем помощи может быть увеличен до 3 миллионов. Дайджест недвижимости. Россияне готовы тратить на ремонт и обустройство детской комнаты значительные средства. Речь идет о сумме от 5 тысяч долларов. В рублях это около 250 тысяч, сообщает портал Хаус, специализирующийся на дизайне интерьеров и ремонте. В ходе опроса выяснилось, что вложить в обустройство комнаты для ребенка такую сумму могут 49% респондентов из России. В США таких лишь 36%, во Франции 42%. Опрошенных. Также россияне склонны давать детям свободу самовыражения. Более половины участников опроса, 54%, разрешают детям младше 4 лет участвовать в оформлении своих комнат. На втором месте по этому показателю оказалась Италия. Там таких родителей 25%. Самыми строгими родителями по итогам исследования стали канадцы. Лишь 4% респондентов признались, что разрешали маленьким детям принимать участие в ремонте. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.